Привет, друзья, это канал Девайс. В новом видео я расскажу о мониторе Acer Nitro RG241YP. Если этот монитор вам понравится, пожалуйста, отметьте видео лайком или поделитесь своим мнением в комментариях. А также обязательно подписывайтесь и включайте колокольчик, ссылки на него добавлены в описании к видео. Погнали! Наслаждайтесь невероятными возможностями благодаря технологии AMD FreeSync Premium, которая устраняет разрывы, прерывания, искажения и мерцание изображения, а также частоте обновления 165 Гц. Монитор оснащен IPS-панелью, которая обладает высокой частотой обновления, малым временем отклика 1 миллисекунда. Маркировка AMD FreeSync Premium означает, что дисплей прошел сертификацию AMD, чтобы вы могли наслаждаться плавным геймплеем и возможностями технологии переменной частоты обновления, которая устраняет разрывы, прерывания, искажения и мерцание изображения при любой частоте обновления. Благодаря высокоскоростным IPS-панелям исходное время отклика в 5 миллисекунд можно сократить вплоть до минимального значения в 0,1 миллисекунды при использовании LCD Overdrive. Панель IPS обеспечивает четкое изображение при угле обзора вплоть до 178 градусов без потери качества цвета. Частота обновления до 165 Гц – технология Visual Response Boost, благодаря которой время отклика составляет 1 миллисекунду, обеспечивает плавность геймплея без размытости изображения. Благодаря технологии VRB происходит быстрое отключение подсветки или вставляется пустое черное изображение между кадрами, иными словами, происходит мерцание. В результате снижается размытость изображения при высокой частоте смены цветов. Высокая частота обновления обеспечивает максимальный комфорт во время игры, устраняя задержки и дефекты. 24-дюймовый монитор Acer с разрешением Full HD 1920 на 1080 и соотношением сторон 16 на 9 обеспечивает потрясающее изображение высокого качества, с отличной детализацией, что не только повышает эффективность работы пользователей, но и создает исключительное визуальное удовольствие. Максимальная глубина цвета 8 бит и технология HDR10 обеспечивает более высокую точность цветопередачи и контрастность для гейминга на абсолютно новом уровне. Этот отраслевой стандарт определяет уровень качества HDR, включая яркость, цветовой охват, глубину цвета и время нарастания сигнала. Забудьте о кнопках, легко настраивайте параметры монитора с помощью утилиты Acer Display Widget. Она предоставляет 4 группы элементов управления для более удобной настройки мониторов. Выберите режим отображения с предустановленными параметрами, которые больше всего подходят для ваших задач. Настраивайте и сохраняйте параметры экрана: синий свет, яркость, контрастность, 6 цветовых осей, насыщенность и другие. Назначайте режимы отображения определенным приложениям. При переходе между различными приложениями автоматически применяются настройки цвета, заданные для данного приложения. Монитор с дизайном Zero Frame и элегантной подставкой с тремя точками крепления позволит разместить на экране еще больше контента. Благодаря дизайну Zero Frame в конструкции монитора нет ничего лишнего. Стильная подставка с тремя точками крепления позволяет экономить место на рабочем столе. Хороший монитор должен обеспечивать максимум удобства. Угол наклона от минус 5 до 20 градусов позволит вам работать с комфортом. Кроме того, этот монитор можно монтировать на стене, чтобы рационально использовать пространство на рабочем месте. Размеры монитора с подставкой составляют 54 на 42 сантиметра, глубина 36 сантиметров, вес 2,9 килограмма. AMD FreeSync Premium повышает плавность геймплея, устраняя искажение изображения практически при любой кадровой частоте. Для уменьшения вероятности появления неприятных симптомов, связанных с усталостью глаз, служит технология Flicker Free, которая подавляет мерцание экрана. В мониторах Acer реализуется функция фильтрации синего света, который может оказывать вредное влияние на глаза. Степень фильтрации задается пользователям в экранном меню.
На задней панели расположены разъемы: один DisplayPort версии 1.2, два HDMI 2.0, один 3,5-мм аудиовыход. Вы сможете повысить эффективность совместной работы и сократить время ее выполнения благодаря наличию большого количества портов. К мониторам серии Nitro можно подключить различные устройства благодаря портам DisplayPort и HDMI. Я внимательно изучил отзывы покупателей в разных источниках и могу выделить основные моменты. Пользователям не нравится: неудобная подставка, нет регулировки высоты, неестественные цвета HDR. А вот что покупатели оценили больше всего: качественная картинка, 165 Гц в разгоне, IPS, FreeSync Premium, углы обзора, дизайн, тонкие рамки, множество настроек, удобный джойстик-меню. На этом у меня все. Если обзор был интересным, обязательно отмечайте видео лайком, подписывайтесь на канал и включайте уведомления. В комментариях можете делиться своим мнением, замечаниями и пожеланиями. Ссылки на мониторы с данного обзора вы найдете в описании. Спасибо всем за просмотр, с вами был канал Device, скоро увидимся!